Здравствуйте всем, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем мои пострелы в Сурвариум. Недавно, уже давно вышел патч на игру, я все никак не мог до нее добраться, чтобы нормально записать, там то баги, глюки были, то другие игры мешали. Короче, все такое разное. И вот на него еще вышло пару фиксов, и я наконец-то добрался, и давайте смотреть. По большей части изменения коснулись как экономики, баланса, такого характеристик вещей. Вот. Но как бы, в геймплейном плане, по сути, изменений никаких особых не было. Так. Поэтому давайте подробно о них поговорим после боя. Сейчас давайте постараемся хорошо отвоевать. Как видите, я сейчас опять хожу с пулеметом, а не с дробовиком. Мне просто выпал пулемет с минус 25% и отдачи. Побегал с ним, вроде бы неплохо. Решил попробовать его в деле почаще. Ой, все, сняли. Так, у нас один пассажир не играет, это плохо. Так, да, я не могу бегать, потому что я перегружен. На мне там большой рюкзак. Там, блин, это... Изменили еще вот последним фиксом, там, вместимость карманов, там все такое. Ну, короче, это все расскажу после боя. Сейчас давайте сконцентрируемся на самом бое. Ты, блин, ушел, зараза. Так, гнаться, наверное, я думаю, бессмысленно. Так, подыхай, урод. Так, блин, да, конечно, очень херово, что я не могу бегать. Ай-яй-яй-яй-яй, ну что ж такое? Снайперайки, как они меня бесят. Так, да, еще я теперь не могу носить с собой артефакты, все из-за этого же рюкзака. Он дает, короче, это штурмовой рюкзак, это последний, что ранее возрождения добавился. Он дает, получается, плюс 2 вместимости карманов и еще плюс 2 к этим подсумкам для патронов. Да, и как бы вот и все. Весит он до хренища, честно говоря. Так, лови гранату. Так, отдыхайте, ребята. Так, перезарядимся. Тут патронов еще полобоймы, но на всякий случай. Потом нам могут этого не дать сделать. Так. Опа, кого-то взорвали. Не зря кинул. Так. Подождем здесь кого-нибудь. Готов. Готов. Ай, и я готов, блин. Да, ну как видите, пулемет в принципе неплох. Не так у него отдача нравилась больше, чем у калаша того же. А с минус 25% нету вообще. Может быть, практически без отдачи. А если бы еще было минус 50-75%, то вообще идеальное оружие. Так, но мы просираем. Это обидно. Так, так, так. Так. Снайперка уделали. Ай, блин, кто-то сказать, что мне написал. Так, тут еще кто-то поджидает.
Да, здесь поджидал парень. Так, лежать. Блин, конечно, двигаюсь очень медленно. Ай. Блин. Да, конечно, убежать от гранаты у меня теперь не получится. Так, 10 на 4, ну, валю, в принципе, с него нормально. Так. Вообще это нонсенс, то, что я бегал с дробовиком. Нигде, никогда, никаких шутерах я не бегал с дробовиками, там, ну, очень редко. Если они были очень крутые только тогда. А так вообще ни один шутер для меня не проходит без скорострельного оружия. То есть автоматы, пулеметы, ну, по большей мере, конечно, автоматы, там, штурмовые винтовки. Вот. А дробовик это такая диковинка вообще для меня, по сути. Так. Лежать. Да, и, ну, винтовки там обычные, там, снайперы, иногда там такое, но, блин. Да, тут я натупил опять. Ну, перестреляю его, он хорошо там сидит в камнях, это ну, точными выстрелами по голове бить. Мало времени, чтобы попасть, если бы я бегать мог, чтобы, вернуться от выстрела, пострелять, пострелять и вернуться. А так, с моим черепашьим передвижением это сделать довольно-таки проблематично. Так, скоростники, давайте, пробегайте. А я медленно проковыляю. Так, ага. И тут снайпер. Фух, ну, давайте попробуем хотя бы. Ай. Он стрелять. Куда ты, падла, стреляешь? Да, я смотрю, они заняли оборону ящичков. Так, ребята, давайте куда-то в какую-то сторону двигайте. Стрельнул пару раз. Да, и там ждали, как я и думал. Ой, я своего убил. Твою мать. Да. Почему-то я думал просто, что нашего вольнули, значит там враг. Получилось вот так. Да, ну так-то неспешно бой проходит. Так сказать. Так, где наш? Так, это наши, это наши. Так, ладно, ну его нахер. Я не попаду, а то мне могут попасть. Петруча убили. Будем мстить. Я заходим назад. Так, ага, ты вон там поджидаешь, походу. Так, свои. Проходите. Ага, я слышу, как он заряжается. Он идет сюда. Так, давайте попробую пройти через низ. Ай, твою мать. Так, хорошо. Да, ну ящик мне точно забрать у них не получится.
потому как двигаюсь я медленно, но даже причина не в этом, а потому что с пулеметом я буду очень медленно подбирать ящик. Ай. Пружинка. А, чё вообще было? Ладно, я хоть кого-то убил. Блин, ну хоть кто-то отберите у них ящик. Я не могу, я медленный. Я буду долго его подбирать. Не туда стрелял. Ой, господи, что-то я как-то расслаблен, как-то расклеен после этих титанфолов, после этих хардвайнов. Расслабился я что-то. Ах ты ж гнида. Ну давай быстрее вставай. Чё-то я умираю, никого не убиваю. А, у нас еще два товарища вышли. Как же ж это замечательно. Так. Здесь парень с дробовиком орудует. Его, конечно, лучше не подпускать в ближний бой, потому что с дробовиком порвет. Спас вблизи творит страшные вещи. Не стреляй, не стреляй. Оп, проматал. Бежать. Так, лежать. Ай, блин, перезарядку нажал. Зачем? Так, меня кто-то оббегает, я так понял, или что там происходит. Лежать. Граната ушла под текстуру. Парень с дробовиком раздает. Плохо их раздает. Дробовик, да, дробовик все же хорошая вещь. Не знаю, пулеметом ходи, дробовиком. Блин, мне нравится, конечно, пулемет, он скорострельный. На дальних дистанциях им можно орудовать. Все такое. Ну, конечно, дробовик поубойнее будет. Артефакты появляются, но артефакты меня больше не интересуют. Так, лежать. Ай, твою мать.
В ногу убил, падла. Так, и все, это уже конец боя. Да, мы проиграли. Да, какая-то команда у нас совсем за ящичками не рвалась. Так, ну что там по статистике? Опять патроны. Какой хрен он тебе зеленый? Они какой-то чем-то лучше. Ни хрена они не лучше. Так, ладно. Who is this? Велес. Велес, извини, я и играю. Пишу, играю. Понятное дело, что я играю. Так, ну теперь давайте займемся нашим патчем. Ну, как видите, изменилось чуть-чуть оформление. Вот, лобби. Как бы вот, вот, вот. Имя там можно менять, все. Ну, это, по-моему, вы уже видели. Или нет. А, да, это еще в прошлом патче. Или, конечно, увидели. Так, что такого еще существует? А, ну, кстати, блин, я пропустил. Теперь добавили вот фишку, такую, как вот история. Здесь история ваших побед, поражений, там такое, ну, сыгранных вами матчей. Короче, и как видите, вот, шанс выпадения, теперь не три вещи выпадает, ну, там, или сколько там, не помню, могло выпасть, а одна, тут шанс влияет, там, тыры-пыры, всякое такое. Теперь можно обменивать золото на серебро, но я считаю это идиотизм, потому что один золотой 250 монет, ну, нахер они мне надо, если у меня, извините меня, почти 1,5 миллиона. Как бы так, да. Все, ну вот купить золото можно, там это и было. Вот премиум. Премиум у меня, кстати, еще 20 часов, это я не покупал. Так, теперь вот на что влияет премиум. 50% опыта, 50% дохода, репутации и бонус к поиску предметов также. Вот, откуда у меня премиум? А премиум у меня вот откуда. Теперь могут выпасть вот такие штучки. Премиум аккаунт на один день дается, такой билетик. У меня их было два, один я сегодня использовал и... Как бы вот бегаю теперь. Так, по поводу рюкзака, что я говорил. Вот он, штурмовой рюкзак. И вот, как видите, плюс 2 для патронов, подсумки для патронов и вместимость кармана. Потому что если я его сниму, мне будет влазить всего по одной, ну, одна аптечка, одна граната. Вот у меня штаны синие улучшенные тоже выпали. Короче, понавыпадало тут вещей. Если бы мне спас какой-то выпал улучшенный, было вообще замечательно. Я бы с ним, скорее всего, ходил. Спас мне очень нравится. Вот он, мой любимый. Мой родной. Так, что у вас бинели, разница? Да, так и было. Да, вот снайперка выпала лучше, но я, кстати, еще не пользовался. Да, вот Витязь мне упал. Кстати, неплохой довольно-таки урон. Плюс 10% и бронебойность. Но не знаю, походил я с ним, не знаю. Как по мне, отдача больше, чем у АКМ. Стрелять с него мне вообще неудобно было. Так, ну что тут еще нового было? Да, там экономикой очень занялись поначалу, только вышел патч и без фикса. Это был ужас, как бы, как я не играл, я был лучший игрок за бой, мы выигрывали 9-1, 10-0. Но все равно из-за ремонта и из-за покупки и восстановления снаряжения, того, что израсходовал за бой, я оставался в минусах. Поэтому как бы играть было глупо, потому что у меня в конечном счете все бабочки исчезли. Ну потом там все это пофиксили, исправили. Как бы вот с этим фиксом сегодня вот это ввели. Вот эту заморочку с этими карманами. Там, не знаю, ну какие-то еще характеристики оружия поменяли. Не знаю. Давайте глянем, вот тут было 42. 48, да, вот видите, вот минус 25% отдачи. Это довольно-таки прикольно, вы сами видели. Стреляет пулемет довольно-таки точно. Так, что тут еще? Ну, вроде бы больше ничего так особо нового нет. Да, кстати, 7 июля, уже кто не знает, начинается ОБТ. Об этом тоже сообщили только вчера. И должно было оно было начаться, когда, как сказали, 14 июля. И раздали вчера 10 тысяч инвайтов. Но и как бы разработчики придумали такую фишку. Это задание для комьюнити нашего. Получается, надо было в группе ВКонтакте собрать, по-моему, 1500 репостов там этой записи, и тогда квест будет выполнен, как бы, и будет награда. И квест ребята выполнили, и награда такова. Разослали сегодня еще 25 тысяч инвайтов. И плюс приблизили дату ОБТ на неделю. То есть теперь 7 июля, или июля получается, начало ОБТ. Так что всех, кто хотел, ждал Сурвариум, хотел очень в него поиграть, но им не везло с лотереей, не приходили инвайты, проверьте свои мейлы, проверьте аккаунты, может вы везунчик из тех
в общем получится 35 тысяч, кому разослали инвайты. Либо же, если нет, особо не расстраивайтесь. Скоро-скоро у вас у всех будет возможность присоединиться к нам в наших войнах Сурвариум, в нашем Мочилове. И надеюсь, вам всем все понравится. Надеюсь, также вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Все, всем удачи, всем пока.